Всем добрый день, приветствую всех на своем канале. Сегодня 8 марта, опять выехали поработать на дачку, естественно. Значит, наконец-таки доделали полностью балаганы, сделали торцы, вот они так выглядят. Здесь оно будет открываться при помощи крючочков. Вон так вот выглядит клубника. Сегодня было плюс 15 градусов, и температура в балаганах прогрелась до 26 градусов. И мною было принято решение немножко их проветрить. Температура почвы и низ балагана была 14-15 градусов. Значит, также есть малинник у меня небольшой. Начинают потихоньку появляться почки. Значит, вот это два кустика, это у меня моровила. И вот, как видите, вот начинают маленькие зеленые почки. Вот, вот, вот появляться. Это моровила. Далее, вот этот рядочек, здесь у меня посажено, сейчас скажу вам, химбатоп. И вот один из кустиков. Вот много зелененьких почек повыдавливало. Эти пока все спят. Так, что еще? Это вот зюгана у меня. Не знаю, какая, желтая или красная. Но здесь один вот есть кустик. Вот он. И у него тоже зелененькие почки повыдавливало. Так, ну это у меня тоже химбатоп, он пока еще спит. Это джуанджи у меня. Пока еще на некоторых выдавливает, некоторых не выдавливает. И вот здесь у меня эти кустики смородины, черный бумер, тоже почки начинают выдавливать. Вот так вот они вот выглядят. Сейчас пройдем к багунам. Я хочу показать, как фиксировать дуги. Значит, смотрите, фиксирую я дуги не при помощи шпагата, а вот такая вот веревочка. Вот такая вот тоненькая есть, и есть вот такая вот черненькая. Значит, даже вот, по-моему, лучше вот такая потоньше, она лучше фиксирует багун. Значит, тут уже обрезки, это с того года, я их втрое между собой соединяю. И, значит, сейчас я покажу, на какой узел я ставлю. Фиксируем камеру. Так, вот сейчас попробую показать. Так. Значит, смотрите, допустим, вот здесь вот, вот так вот вдвое получается веревочка. Налево мы туда вот перекидываем, там привязали. Здесь, значит, мы берем вот так вот, как можно ближе к земле лучше подвязать, чтобы лучше удерживалось. Вот так вот берем, обматываем два раза и делаем два узла. Сейчас. Раз, узел. Вот так вот. Ну и два, второй тоже вот так вот узел подтягиваем. Это вот с этой стороны. Потом вот эту вот двойную веревочку вы берете, значит, сейчас покажу. Берете и протягиваете на ту сторону, чтобы получилось вот так вот. Растягиваете направо-налево, фиксируете и с той стороны подтягиваете. И вот так вот фиксируются у меня вот все дуги. И вот, как видите, даже когда ветер трепыхал, были здесь ветра 15 метров в секунду, 20 метров в секунду, она стоит как вкопанная. И еще хорошо, что вот здесь вот немножко пленка, как бы, ну, в воздухе. После дождей вода скапливается здесь и еще лучше прижимается. Ну, и вот так вот багун. Этот балаган я еще не доделал. Сейчас на носу уже сессия будет, пятый курс.
После сессии уже буду доделывать балаган. Значит, пока только багуны и парники я здесь сделаю. Ну все, в принципе, на этом все. Всем пока, удачи, хороших урожаев.